Я буду говорить о качествах и полнота данных, какие методы мы используем для оценки этих данных. Этот план презентации. После введения мы будем рассматривать сопоставимость, полнота регистрации, валидность, своевременность, и потом мы заключим презентацию. Это основные индикаторы качества данных в раковых регистрах. Сопоставимость относится к статистическим данным, предоставляемым раковыми регистрами, должны быть получены идентичными или схожими методами. Полнота регистрации относится к степени включения в базу данных регистра всех диагностированных новообразований в данной популяции. Валидность – это доля случаев со значением некоторой характеристики, удовлетворяющих определенным критериям, и своевременность – это время, за которое раковый регистр может собрать, обработать и сообщить надежные и полные сведения о заболеваемости. Сейчас мы будем рассматривать каждый из этих индикаторов. Сопоставимость обеспечивается принятием и соблюдением существующих международных классификаций и стандартов. У вас известна международная классификация для болезней в онкологии. Тоже у нас есть рекомендации для определения даты и заболевания. Классификация ТНМ для стадирования. Сопоставимость определяется с помощью тщательного анализа механизмов регистрации. Этот пример, как коллеги из Норвегии описали системы, использованные для классификации и кодирования новообразований. Для морфологии и топографии они описали, что использовали от 1953 до 2002 году. Обычайно описание сопоставимости надо включать год начала регистрации, какие классификации используются, если промена наступила, когда, сейчас какая классификация используется и какие регистрируемые случаи. Полнота данных – это степень включения в базу данных регистров всех диагностированных новообразований в популяции. Максимальная полнота данных обеспечивает близость рассчитанных показателей заболеваемости и выживаемости к их действительным значениям. Это достигается с использованием информации из всех возможных источников. Для оценки полнота данных используются качественные и количественные методы. Качественные методы описаны на этом слайде. Они позволяют оценить полноту данных в сравнении с данными других регистров, а также полученных на протяжении долгого периода времени. Это исторические методы, отношение смертности к заболеваемости, количество источников для каждого пациента и гистологическая верификация диагноза. Количественные методы обеспечивают численную оценку полноты регистрации, используется информация о случае от более одного независимого эксперта, методы повторного установления корректности регистрации и методы, использующие информацию и свидетельство смерти. Это пример, как оценивается стабильност показател заболеваемости с течением времени. Опять пример из Норвегии. Коллеги описали, что не наблюдается систематическое колебание годовых трендов заболеваемости. Но если вы видите этот пример из Болгарии, вы можете отметить, что в 1997 году наблюдается резкое увеличение заболеваемости раком легкого. И это увеличение наблюдается для других локализаций. Это случилось, потому что в этом году раковый регистр начинал использование регистрации смерти. Это другой пример.
как мы сравниваем уровень заболеваемости в сходных популяциях България, Словения, Хорватия и Сербия. Когда мы анализировали тенденция заболеваемости, мы видим, что она схожая в эти стороны. Некоторые различия наблюдаются для трахея и легкие. Заболеваемость в Словении, Хорватии и Сербии снижается, но в Болгарии увеличается. Когда мы наблюдаем различия в тенденции при сравнении между различными популяции, мы надо найти объяснение, почему мы наблюдаем этого. В этот пример в Болгарии, вы знаете, что табакокурение – основной рисковый фактор для рака легких, и в другие державы методы ограничения табакокурения были более эффективные, чем в Болгарии. Как мы используем отношение смертности к заболеваемости? Это сравнение числа случаев смерти, полученных из независимого от регистра источника. Если полнота данных достаточно высока, то соотношение смертности и заболеваемости должно быть близко к следующей разнице – 1 минус величина пятилетней выживаемости. Стандарты для значения соотношения смертности и заболеваемости могут быть выбраны при сравнении с регионами со схожей выживаемостью. Это пример, как можно представить и сравнивать отношение смертности к заболеваемости Норвегии и Финляндии. Этот пример, как можно сравнивать этот показатель для Восточной Европы. У нас нет абсолютной стоимости, какой надо будет показатель. Он оценивается при сравнении с другими схожими популяциями. Оценка полнота данных можно получить при анализировании формы кривых по возрастных показателей. Вы знаете, что заболеваемость шейки матки, рака шейки матки увеличивается самая высокая при молодые женщины и потом снижается, а заболеваемость рака толстой кишки увеличивается с возрастом. И если мы наблюдаем этот форму, тогда данные соответствуют на что ожидается в реальности. Другой очень чувствительный показатель – это заболеваемости новообразованиями детей. Международная агенция для изучения рака, МИР, разработала эти референтные границы для мальчики и девочки. Если заболеваемость находится в этой границе, тогда мы можем сказать, что полнота регистрации детские новообразования достаточно хороша. Этот пример для метода и повторного установления корректности регистрации, метод Capture-Recapture, он может использоваться для оценки полноты регистрации, потому что источники регистрации являются, источники информации для регистрации являются больницы, лаборатории, органы ЗАГСа, выдающих свидетельства о смерти, которые более или менее независимы друг от друга. Если мы знаем, сколько случаев зарегистрированы одним источником, парой источников и всеми тремя источниками, мы можем оценить количество пропущенных случаев рака. Этот брой пациентов, зарегистрированный от первого источника, этот брой пациентов от второй, а этих не были зарегистрированы, они были пропущены. Тогда, когда приготовим эту таблицу,
Мы считаем брой случаев, зарегистрированных из два источника. Зарегистрированный из первого источника, но нет из второй. Зарегистрированный из второй, но нет из первой. И мы имеем неизвестную долю случаев, которые не были зарегистрированы из эти источники. И тогда по эта формула, с использованием этой формулы, мы можем оценить доля случаев, которые не были зарегистрированы. Этот пример, как мы считаем, с использованием наличной информации, полнота регистрации 95%. А как мы используем свидетельство смерти при регистрации рака? Когда злокачественное новообразование споменато как причина смерти, тогда раковый регистр получает это свидетельство, сверяется с база данных, и если пациент не зарегистрирован, тогда раковый регистр надо найти дополнительную информацию. Если раковый регистр не сможет найти дополнительную информацию, эти случаи регистрируются как сообщение только от свидетельства смерти. DCO cases. Для них раковый регистр не получает информацию от больницы или лаборатории. С использованием формулы AGKEY мы можем считать оценить полнота регистрации, когда имеем информацию о доле случаев сообщения свидетельства смерти и показатели отношения смертности к заболеваемости. Это пример, как вы можете использовать эту формулу. Пример из Болгарии. Мы знаем доля случаев сообщения свидетельства смерти и отношение смертности к заболеваемости, и тогда можно оценить показатель полноты. 95,3%, и я показала, как можно это считать, потому что каждый раковый регистр, кто располагает информацией для свидетельства смерти, можно считать этот показатель. Когда вы увидите формулу, она кажется сложная, но с примера я показываю, что возможно этого считать. Другой немножко сложный метод – это flow метод. Он оценивает три различные вероятности и получается такая диаграмма, которая показывает, когда раковый регистр достигает полнота регистрации. И в этот случай это 3 года после даты диагноза. Как оценяете валидность и точность регистрации? Валидность – это доля случаев со значением некоторой характеристики, удовлетворяющих определенным критериям. Оценяется с использованием повторно извлечения информации и прикодирование, внутренняя согласованность с программой для проверки, доля случаев, у которой диагноза морфологически верифицированная, доля случаев, для которой информация получена только от свидетельства смерти, и доля случаев с отсутствующей информацией. Первичный очаг неопределен, возраст или пол неизвестный и стадий тоже неизвестен. Как мы оцениваем этот показатель валидности? Опять, когда мы сравниваем с схожие популяции. Вы видите, что морфологически верифицированные случаи для държави в Восточной Европе варьируют от 73% до 91-92%. А процент сообщений только от свидетельства смерти тоже варьирует от 1 до 11%. И доля случаев с липсващая информация тоже варьирует в эти границы.
И когда вы надо приценить, какое качество данных раковый регистр в этой стране, вы надо анализировать эти показатели и принять решение. Своевременность – это время, за которое раковый регистр может собрать, обработать и сообщить достаточно надежные и полные сведения о заболеваемости. Электронный сбор данных может ускорить процесс регистрации, но он не всегда доступен. Некоторые регистры требуют у своих региональных членов предоставления данных в течение 22-24 месяцев после закрытия отчетного периода. И это результат из исследования методов, которые используются в раковым регистром в Европе. Интересно это, что небольшая доля раковых регистры оценивают их качество данных. Используются методы для сравнивания, сравнимости данных, используются соотношение смертности заболеваемости и методы для свидетельства смерти. Но другие, более сложные методы используются не только часто. Этот пример, какая полнота регистрации данных, отчетана из этих регистров в Европе. Самая большая доля регистров докладывает полнота между 90 и 95%. Этот пример из большие международные исследования рака, которые используют данных из раковых регистры. Все из них начинают анализ после оценивания качества данных регистра. Это другой пример из Concord. Первая таблица в публикации – это оценка качества данных раковых регистры с использованием этих индикаторов. Другой пример из публикации из Восточной Европы, раковые регистры в Восточной Европе, опять индикаторы качества данных. И в заключение, все популяционные раковые регистры и исследовательские проекты, которые используют данные раковым регистром, должны предоставлять объективную оценку качества накопленной информации, используя индикаторы сопоставимости, полноты регистрации, валидности и своевременности. Это очень важно для интерпретирования результатов от этих исследований. И помните, идеален только Бог. Спасибо для внимания. Very nice talk. Thank you very much. Отличное выступление. Спасибо большое. Есть ли вопросы, комментарии? So I'm obviously the there is Вы по-английски понимаете меня, да? Вам не надо брать перевод. Да, я понимаю. Получается, что сертификаты свидетельства о смерти. Не во всех странах Европы присутствует. Скажите, а вот какова политика, когда вы включаете данные из CIF-5, особенно когда нет сертификатов? Вот в предыдущем издании Cancer Residence на 5 континентах, тогда регистрировались в группах А, Б, С, для того, чтобы их включали в издание на основании данных. Но вот в последнем издании, на основании качества данных, но в последнем издании CIF-10 надо было указать уже качество данных, оцененное, которое включается вот в эту публикацию по 5 континентам. То есть уже сам читатель решает, насколько выводы, которые и данные, которые касаются смертности и распространенности, действительно релевантны, и насколько им можно доверять.
Но вы сказали, что это сильно различающиеся данные в разных регионах. Получается, но здесь не только речь идет о свидетельствах о смерти, но еще необходима какая-то логическая верификация. То есть какой процент верифицируется через гистопатологию? Хотя показатели касательно валидности данных необходимо интерпретировать в контексте региональных характеристик вот данных, реестров из страны, их социально-экономического состояния, того, как организовано здравоохранение, потому что они очень сильно влияют на индикаторы. Для Европы вообще принимается почти более 90% морфологического подтверждения случаев и менее 5% это при отсутствии сертификатов свидетельства о смерти, и менее 5% информации считается малодостоверной. Но я понимаю, что вы, наверное, такого от меня отчета ждете. А по поводу Японии другие данные? Есть еще какие-то вопросы, комментарии? Еще раз огромное вам спасибо.